хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входят более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. Всем привет! Привет! Сегодня мы находимся на Поздняках, а именно на озере Королёк. Приехали мы сюда за щукой, потому что фидерный сезон уже потихоньку подходит к концу, и мы решили воспользоваться моментом, пока уже вода холодная, пока осень. Вот мы решили попробовать половить хищника. Ловить мы будем на вращающиеся блесны и на силиконовые приманки. Поэтому сейчас не будем терять время. Заряжаем наше удилище, а точнее они уже у нас заряжены, и приступаем к рыбалке. Как только начали ловить, простояли мы на одном месте около 40 минут. За это время мы перепробовали очень много разных приманок, но так и не получили ни единой поклевки. И ситуация изменилась лишь после того, как Влад решил пройтись по соседним местам. Там на первом же забросе он поймал первую щуку на белый как молоко силикон. Правильно, это не фидер. Здесь на одном месте стоять нельзя. Белый силикон. Белый силикон. Угарчик. Взяла. Красавица. Да. Поздравляю тебя с сегодняшним первым уловом. Сейчас взвесим. На этом озере норма вылова. Норма веса выше полукило и меньше двушки. То есть от пол кг до двух можно брать. Да. Общий вес 3 кг. Норма. 910 грамм. Ну подходит в садоке. После первой щуки мы сразу же собрали вещи и пошли вокруг водоема в поиске новых трофеев. А пока шли, помогли соседнему рыбаку достать его щуку. Только мы перешли на новое место, у Влада сразу последовала поклевка на тяжелую китайскую вертушку. И после этого рыбалка более-менее наладилась. Сейчас подожди. Главное сильно не подымай. Да, вот эта щука хорошая. Вот это такая. Да, Серега. Взвешиваем.
А, ну это надо отпускать. 2-300. 2-300. Надо отпускать. Отпускаем. Отпускаем сейчас? Да. Жаль. Но правило есть правило. Пошла. Лада поклевка на вертушку медного цвета. Кстати, вот эта китайская вертушка, я ее два раза бросил, мне она не понравилась абсолютно. А видишь, ты на нее поймал. Ну, у нее большой лепесток, я поэтому взял, мне нравится, как он играет. На вот такую вертушку Влад только что поймал. Это галимая китайская вертушка неизвестной какой-то фирмы, 4 номера. Но тем не менее она сработала. Сейчас мы ее взвесим. Если мы поймаем чуть больше, то конечно она пойдет первая на отпущение. Потому что маленькая все-таки. Но пока будет в садке 735 грамм. Ну, в зачет идет. По правилам этого озера в зачет она у нас идет. Поэтому пока в садок, а там посмотрим. О! Какой трофей! На вертушку поймал воблера. Прям за тройник. Вот такой. Вот такие вот воблеры здесь ловятся на вертушке. Вот я его помыл немного. В принципе, поменять тройники и будет отличный воблер. Поклевка. На вертушку. Так, подсаку Влад оставил далеко. Вот такая вот щука. Вот она. Попалась на вертушку Мэпс. Размер двоечка, серебристая с синей точкой. Вот такая красавица. Ух, какая ж резвая. Сейчас Влад придет с весами, мы ее взвесим. Вначале нужно ее освободить. Так, быстренько Влад подоспел ко мне. Сейчас мы взвесим. Как раз красота. Кило 725. В зачет. Обязательно. Доставай садок. Thank you.
подсака маленькая. Давай ее хвостом как-то. Посмотри, какая она красивая. Тоже, наверное, как твоя примерно. Я надеюсь, что не больше двух. По-моему, я стану рыбаком. Давай я заберу подсак. Все. А если нет? Слетело. Есть, конечно. Тут же без них никак. На вертушку, да? Да. На ту же, причем, что последняя была. Да. Вот такая вот вертушечка. Ну что, взвесим ее теперь? Да. Давай, я подержу ее. Сейчас. А ты доставай. Доставай весы. Я думаю, Влад, что она двушку есть. Ну, честно, думаю, что двушку есть. Плохо будет. Ну, тогда придется отпускать. Нет, шикарно. Отлично, как раз. А у меня было кило 720, да, по-моему? В принципе, такая же. Шикардос. В зачет. Мелкую можно отпускать. Да. У меня в садке 2 по 700 грамм, 1 900. 1400, 2 300. У меня еще 600 грамм. Если я отпущу 700, у меня будет 1600 и 1700. Блин, тоже перелов. Две мелких уже надо отпускать. Ну да. Впустим? Конечно. Вот это маленькая, точно. Хорошенькая такая. Мордастенькая. Там она в траве, наверное, запутывается. Да. Возьми ее чуть-чуть подальше, кинь. Вот так. Уж. Сейчас уйдет, она просто немножко. Какая тут? О, ушла вроде. Это меньше. Вот это меньше. Вот это, что ближе ко мне. Да, да. Сейчас думает. Уйдет сейчас, уйдет. Он ее еще чуть-чуть. Да, вижу, пошла. Да. Пошла. Давай сюда эту бросай теперь. А что ж она у тебя? А тут? Я специально так сделал, чтобы веревочка была. Сейчас ума она пролезет сюда? Да, да. Влада опять поклевка. На ту же вертушку? Да, на ту же. Причем фрикцион работает очень хорошо. Ух. Нет, небольшая. Ну. Но она. Как-то она зацепилась за подсак. Давай так. Видишь, зацепилась. А, она этим застежечкой. Да, мелкая. Наверное, можно сразу отпускать. Перекинуть. Давай взвесим. Ну, сейчас взвесим, да. Может, как раз такой нам и не хватит. Вот такая она на 600 тянет. Есть. О, так она даже 885. Она даже еще и не очень маленькая. Ну пока в зачет.
И снова владопоклевка, причем уже на другую блесну, на самую большую, которая у нас есть, на шестерку. На всякий случай возьму подсак. Я сюда буду выводить, поменьше, наверное. Ну, блесна это, конечно, здоровая. Сейчас достанем, покажем. Вот Владу сегодня везет. Какую блесну не поставит, сразу поклев. Так, давай помогу. Вот сразу видно, вот такая вот блесенка, супер вибра, шестерочка. Уже вечер, скоро мы будем заканчивать нашу рыбалочку. Влад, давай пока мы кидаем уже последние наши, скажем так, минуты на этом озере. Давай сразу сделаем какие-то заключительные выводы. Не будем терять просто время, сейчас будем... Ну, погодка сегодня была явно щучья. Да, моросил мелкий дождь и было целый день пасмурно. Ну, иногда, конечно, солнце показывалось из-за туч, но было это достаточно редко. Да, Влад говорит, ветер, это правда, ветер сегодня был. Даже до сих пор ветер есть. Ловили мы в основном на вертушке. Поначалу первые два небольших шнурка поймались на силикон белый, но в основном остальные были на вертушке. Хотя соседи успешно ловили также на силикон. Да, они ставили, я видел, зеленый силикон и ставили силикон цвета машинного масла. И тоже ловили, правда, это у них было с утра. А потом уже ближе к обеду у нас начала клевать щука на вертушке. Поэтому у нас с Владом вертушки сработали лучше. Также скажу, что Влад сегодня, конечно, поймал намного больше, чем я. Но я раньше щуку уже ловил. Влад сегодня, кстати, щуку поймал, наверное, первый раз в жизни, да? Да, да, это мои первые щуки. Да, это у Влада сегодня первые щуки. И мы сделали вывод, что, как говорят, новичкам везет. Поэтому, если мы сюда приедем в следующий раз, то, мне кажется, будет, наверное, интереснее, потому что у меня хоть какой-то опыт по щуке уже есть. Ну, точнее, был раньше. И теперь, после сегодняшнего дня, у Влада тоже есть опыт по щуке. Вот, хоть небольшой, но тем не менее есть. Он сегодня поймал достаточно много. Что еще можно добавить? В принципе, мы все сказали. То есть нам место понравилось. Я думаю, будем сюда приезжать еще неоднократно. Также на этом озере есть карп. Вот, поэтому, скорее всего, в следующем году мы сюда приедем обязательно с фидерами. Может, даже с ночевкой. Да, да, может быть, даже с ночевкой. Попробуем половить карпа. Ну, что касается хищника, если учесть, что мы хищника вообще, в принципе, никогда не ловили. Ну, как бы ловили, но это было очень давно и очень мало. Поэтому по хищнику опыта у нас почти никакого нет. Скажем так, потому что оно все уже как бы давно забылось. Сейчас мы в основном на фидер ловим. Поэтому я скажу, что рыбалка сегодня была супер. День пролетел как одна минута. Все очень понравилось. Сейчас еще покажем наш улов. Тот, который остался. Да, ну конечно, да. Улов мы покажем. Все-таки рыбу мы отпускали для того, чтобы не превышать нормы вылова. И если говорить о вертушках, то сегодня, конечно, лучше сработали вертушки с более крупными лепестками. У меня даже была вертушка шестерка. Я всегда с нее смеялся. Думал, зачем я ее купил. На нее ловить только самов. А Влад ее сегодня поставил и где-то щуки 2 или 3 на нее поднял. Поэтому сегодня все-таки крупные лепестки работали гораздо лучше. Вот такие вот у нас сегодня выводы.
Поэтому сейчас у нас осталось еще где-то, наверное, минут около 15. И мы будем заканчивать нашу рыбалочку. А вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Так, сейчас, как обещал, покажем наш улов. Сейчас я отстегну свой садок. Влад уже свой садок достал. У меня вот такие две щуки сегодня. Вот, а у Влада вот такие вот три щуки. Но опять же, Влад еще отпускал в процессе рыбалки. Там у него было намного больше. Но уловом мы очень довольны. Это на самом деле очень классный улов, особенно для нас. Поскольку я уже говорил, хищника мы давно уже не ловили. И у Влада сегодня первая щука в жизни. Да. Отличная рыбалка. Ну все. Будем тогда сейчас быстро собираться, потому что уже темнеет. Все-таки уже осень. И дело ближется к зиме. Еще раз всем пока. У нас тут одна щука не попадает в норму вылова, поэтому мы ее отпускаем. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.